Домашние животные. Это корова. Корова. Как говорит корова? Корова мычит. А что любит кушать корова? Корова любит траву. А давай посмотрим, где живет корова. Корова живет в хлеву. А ты знаешь, что дает корова? Правильно, корова дает молоко. Это собака. Собака. Как говорит собака? Собака лает. А что любит кушать собака? Собака любит косточку. А где живет собака? Собака живет в конуре. Это кот. Кот. Как говорит кот? Кот мяукает. А что любит кушать кот? Кот любит молоко. Это овечка. Овечка. Как говорит овечка? Овечка блеет. Что любит кушать овечка? Овечка любит траву. А что дает овечка? Из шерсти овечки делают пряжу, а из пряжи вяжут одежду, свитер, варежки. Это коза. Коза. Как говорит коза? Коза млеет. А что любит кушать коза? Коза любит капусту. Коза, как и корова, тоже дает молоко. Это свинка. Свинка. Как говорит свинка? Свинка хрюкает. А что любит кушать свинка? Свинка любит овощи. А еще любит свинка валяться в луже и греться на солнышке. Это лошадь. Лошадь. Как говорит лошадь? Лошадь ржет. А что любит кушать лошадь? Лошадь любит сено. Это петух. А это курица. Петух и курица. Как говорит петух? Петух кукарекает. А как говорит курица? Курица кудахчет. А что они любят кушать? Петух и курица любят зернышки.
Подпишись на канал.